Этого не было очков. Ну блин, не мог забить. В принципе, бросал много хороших бросков, и не получалось. В конце разозлился и начал забивать. Всегда было делать с самого начала. Да что Сюлер или не Сюлер? Ну погоди. Ну все-таки да, вот хотел спросить как раз, потому что после в трех четвертях, собственно, у тебя и бросков-то было не так много. Это была установка тренерская, поменьше бросать, побольше играть на команду или что? Я играл на команду. Нет, потому что когда я вижу, то, что у меня особо не получалось, я стараюсь больше дать пас. Потом я почувствовал свою игру, начал больше бросать. Как вообще по ощущениям, что сломалось у нас где-то в середине второй четверти, просто перегорели или что случилось? Ну, мы хорошо играли до одного момента, пропустили защиту, пару раз я ошибся, и поэтому они догнали, вышли вперед на 7 очков. Греция — это такая команда, где много сильных игроков, ветеранов, которыми будет тяжело догонять. Можно сказать вообще, что, не знаю, как-то неожиданным получилось это лидерство, и, может быть, команда оказалась к нему не готова? Я имею в виду то, что Россия выиграла поначалу. Нет, я не сказал, что неожиданно. Ребята молодцы, боролись, играли, и у нас было преимущество, никто даже не подумал за это. Хотя мы очень хорошо разобрали, и практически в конце опять минус 20-22 очка было, и мы догнали. Казалось, что в начале Бринкьери использовал для нас основных запасных. Казалось, что он проверял, насколько сборная России пластична, гибко может демонстрировать. Что именно их? Да, тренер. Я не знаю, что было, что проверял, что на это выходили, играли свою игру и делали так, как им говорили. Алексей, значит, сборная России как-то очень интересно защищалась сегодня. Это была и не личная защита, и не зона. Вы как бы понимали, вот, что это за защита? Нет, мы понимали прекрасно. Говорить не буду, что это такое, чтобы никто не знал. Естественно. Но, в принципе, да, хорошая установка была сегодня тренера. Насколько удавалось выполнить тренерскую установку по части быстрых атак? Потому что казалось, что где-то в середине матча немножко все-таки замедлялась игра, когда мы разыгрывали. Мы бежали, когда могли, как могли, и когда шли пешком, можно так сказать. Но мы старались бежать, и мы не обыграем команды, если мы будем очень много играть. Хорошо, если говорить, что у нас все получилось, это значит результат такой по игре, действительно, это соотношение сил нынешней сборной России, нынешней сборной. Нет, я сказал то, что у нас не все получилось, я сказал то, что мы старались, и что-то получилось, что-то нет. Три оставшиеся. Что дальше, три оставшиеся игры? Понятно, что тяжело, что ситуация почти без выхода. Играть нужно, что делать? Мы же не можем. Ну какие надо носить коллективы? Ты чувствуешь? Это у тренера спросить. Не, ну тебя как игрока, если... Я не знаю, я думаю, что надо играть быстро так, что нам нельзя останавливаться. Меньше делать ошибок и больше думать головой.